Если я все то же самое сделаю, скажем так, только перенос веса, только перенос центра массы, да? Так. Ну, пожалуй, так полчаса я могу стоять. И, наверное, в принципе, и не устану. Если я добавлю больше искусственного свинга, да? Первое, заметили, перенос центра массы. За счет чего? За счет выпрямления вот этого колена и за счет небольшого смещения изоляции печатная машинка грудного отдела. Вот у меня было. Причем оно такое идет на опережение. Такое супер продвинутая информация для тренеров, да? Вы знаете, что ваш центр направления, он опережает центр масс. Вот. И здесь он опережает его таким образом, чтобы идти уже в контрдвижение. То есть вы только начинаете двигаться центром массы на свободную ногу, а центр направления уже двигается к опорной ноге. Контрдвижение. Это высокий уровень, да, но тем не менее кто-то из вас, возможно, и эту информацию возьмет на вооружение. Я готов давать всю информацию максимально полно, сколько возьмете, столько возьмете. Вот. Итак, первое, что мы сделали, перемещаем центр. Тяжело. Одна Лена, походу, танцевала, а все остальные либо до сих пор танцуют, либо не хотят мне ничего писать, либо просто слушают. Ребят, напишите, тяжело или легко было, мне нужна обратная связь. Первое, что мы сделали, значит, перенесли центр массы, ну, то есть первое, на чем я бы подумал. Второе, чтобы сделать движение красивее, амплитуднее, включить спину, больше давлю свободной ногой в пол и за счет этого давления выполняю то, что я вам показывал на степе. Подключаю это давление к изолированному сокращению стороны, к искусственному свингу. Получается вун, вун, вун. За этим сразу автоматом у меня, это не специально, но оно автоматом подключился ротационный компонент. Причем и в этом бедре, и в этом бедре он включился автоматически. И, конечно, вот так я полчаса уже не проработаю. То есть, если я включил уже это, то у меня хватит на 30 секунд, на, смотря какой темп, да, на минуту, на 2 минуты. Все от темпа зависит. Ха-ха, легко, но спину не включало. Ну, то, о чем я говорю, ничего страшного. Ничего страшного, а спину не сразу получится включить. Спину не сразу получится включить на все 100%, да, но... Помните золотое правило танцора, который хочет танцевать механику, body action, красиво танцевать своим телом. Вы на каждой тренировке должны включить больше свою спину. На каждой тренировке вы должны задействовать больше свои бедра. На каждой тренировке вы должны тянуть стопы больше, чем на предыдущей. Правило 1%. На 1% в каждой тренировке каждая зона тела работает больше. Это золотое правило танцора, который хочет танцевать, развиваться именно вот механически, красиво все вытанцовывать. Вот, потому что музыкальный компонент по-другому тренируется, эмоциональный компонент по-другому тренируется, парное ведение это по-другому все работает. Вот, и центр перемещения... Активный, неактивный танцор перемещается, он, да, движущий, недвижущий, тоже другое. Вот, это все разные компоненты, но большой-большой системы. Эй, до сих пор танцуют, молодцы. Кому-то просто нравится это движение делать, это очень классно, не просто, согласен. Тяжело в быстром темпе, на целый счет нормально. В полтемпа, да, хорошо было, мне тоже в полтемпа было кайфово. Вот, и... Вот смотри, когда за вами включило вверх, как-то высвободился низ. Это говорит о том, что естественным образом низ всегда последует за центром направления, за верхом. Вверх должен первый направлять низ. Шаги самбы. Вот сейчас уже вы узнали самбоход в сторону, правда, для одной ноги. Давайте сделаем для другой ноги. Также можно назад ножку ставить, и это будет... самбоход в
стационарный, классический, базовый, не как в сторону. Но в сторону мне интереснее, мне важнее, потому что дальше, когда вы развиваетесь, вы танцуете виск, вы танцуете караоке, вы танцуете вольту, все это движение в перемещении во фронтальной плоскости. Из стороны в сторону, да? Вот. Итак, здесь... другая нога у нас. Правая нога у нас на полу. Правая нога у нас на полу. Мы начинаем с вами также раскачивать центр, нижний центр масс бедра. Бедра. То есть сначала поделайте немножко свинг. Убедитесь, что вам комфортно. Пумчик, пумчик, пум. Теперь добавьте немного ротации. Почувствуйте свободную ногу в пол, толкнитесь в пол, переведите этот толчок в спину, в лопатку, под плечо, при этом вы перед зеркалом следите, чтобы плечи у вас сильно не раскачивались, не двигались. Они будут двигаться соразмерно движению грудной клетки, но они не должны гулять, они не должны наклоняться. Все равно они более-менее в спокойном состоянии, в стабильном состоянии находятся. И вспомните вот... из базовой части, из ключевой, пусть и ясли, но ключевые ясли. Вспомните вот это вот баунс, когда вы стремитесь, несмотря на то, что я сейчас влево двигаюсь, я стремлюсь центром, позвоночником, спиной стремлюсь вправо. Вправо, теперь влево, вправо. И здесь получается, вот я в баунс ухожу сюда, я не ухожу в баунс, вот сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, да? Не ухожу в баунс, вот сюда. Специально показываю мега утрированно, мега коряво, чтобы вы поняли, что это очень и очень плохо. При этом не так коряво, не так утрированно, но делают 90%. Почему? Ну, додуматься о том, чтобы, двигаясь влево, двигать свою ось вправо. Я за это заплатил десятку. Вот, как говорится, да, и потом это все пробировано на опыте. Поехали, другая нога. А раз, and раз, and раз, and раз, и раз, и два, и раз, и два. Я вам так скажу, что вы видите мою правую сторону. А это зеркально, это моя левая сторона. И как любой человек я не идеален, как любой танцор не идеален, у меня левая сторона работает хуже. Мозг сейчас взрывается, чтобы управлять моей левой стороной. Но это правая сторона, вы видите, и вы делаете правую сторону. Поэтому вам, возможно, сейчас легче, чем в предыдущий раз. And раз, и раз, и бум. Катак, катак. Переходим на полтемпа. Пишем, как вам?